Итак, привет всем. 20-долларовая сессия. Сегодня у нас пример. Кто рано встает, тому Бог дает. Успел и то сделать, и это сделать, при том, что поднялся и мог бы еще заниматься другими делами. Но сделаны полезные дела. Вот эта лотерея, я не помню. Вроде я смотрел, и есть у меня ощущение, что, может быть, там даже ни одного не осталось выигрыша в 4 миллиона. Вот эта игра достаточно свежая, по-моему. Это тоже не очень старая. То есть здесь, может быть, даже есть еще выигрыши по миллиону долларов. Значит, звездочка нам здесь не нужна. 50 долларов они пускай себе забирают. Дайте нам нормальный выигрыш, минимум 100 тысяч. И мы будем довольны. 13, хорошее число. 17, тоже ничего. 4. 22, 18, 15. Выигрышное число 16. 14, 21, 22, 16, 29, просто 9, 23 и номер 12. Повторяю, сил номеров нет, мультипликаторов нет и серебряного слиточка нет. Есть шанс выиграть что-либо интересное. 1 и 11, тоже нет. 26 и 14. 26 и 14, тоже я не вижу ни того, ни другого, да? По всей видимости, это билет не выигрышный. Но мы его отсканируем на всякий случай. Мало ли вдруг. 24. Меня удивляет, как люди, профессионалы, которые, как они быстро стирают и видят, ну, есть совпадение или нет. То есть такое ощущение, что люди, ну, действительно профи. 23, 24, 28. 8, 17, 20. Был бы мультипликатор 20, мы бы сейчас что-то выиграли. Ну, скорее всего, было бы по рублю. Выиграли бы аж 20 долларов. Повторяющихся номеров я не вижу. То есть есть шанс, что этот билет будет очень даже хорошим выигрышным. 18. У нас есть 17 и 19. Логично. Номер 21. Тоже вроде не было, да? К сожалению. И номер 9. У нас есть 19, 29, 8. Девяточки нет. И номер 7 тоже у нас нет. У нас есть 17. Ну что, будем надеяться, что из трех билетов хотя бы один билет будет выигрышным. И, может быть, принесет нам что-то интересное. Здесь нам не нужен этот символ. Корона нам не нужна. Оставляйте себе 50 долларов. Колечко нам не нужно. Оставляйте его себе. Дайте нам какой-то нормальный выигрыш, пожалуйста. 18, 28, 11. 3, 17, 1, 13, 12, 29, 16, 15, 24, 26, 8, 14. То же самое, повторяющих номеров мы не видим, мультипликаторов не видим и звездочек мы не видим. Номер 4. У нас есть 14, 6. Тоже вроде как нет. У нас есть 8, 9. Ничего вообще с девяточками нет. 25. Тоже 24, 26 есть, как обычно. 22. Нет. И, наконец, номер 2. Есть у нас номер 2? У нас есть 12, да? Все, значит, из трех билетов, по всей видимости, ну, я, конечно, сканирую их на всякий пожарный, из трех билетов ни одного выигрышного, 20 долларов улетело... Как называется? Что, где, когда? Отправляется телезритель.